Марафон на завтра. Добрый день, Коннор. Не хотел вас беспокоить, но мне нужна ваша помощь. Вместе с повозкой сгорели почти все мои инструменты. В мастерской в Бостоне осталось кое-что, но вы знаете, меня там не особенно ждут. Если вам не трудно, не поможете ли вернуть инструменты? Что я должен делать? Охраняйте меня там. Встретимся в Бостоне у мастерской. Прекрасный день. Рад тебя видеть. Thank you.
Конор, рад вас видеть. Вы не овцы, чтобы идти на заклание. Мы живем как рабы. Свобода не терпит уступа. Нас за дураков держат. Они нас совсем за идиотов держат. Пытаюсь не встречаться глазами с соседями, пока получается. Рядом с вами не так страшно. А как вы вообще? Ну, ничего вроде бы. Конечно, не так, как думал, но такова жизнь. А что вы имеете в виду? Ну, строишь планы, а все идет прахом. И лучше не становится, так слегка меняется. Похоже, у вас черная полоса в жизни. Это пройдет. Вы что тут делаете? Свое крыльцо подметаю. С каких это пор оно ваше? 3 недели, как я его купил. У кого? У владельца. Через его ученика. Владелец уехал. А вам-то что с того? Я и есть владелец. Уже нет, приятель. Сожалею.
разбирайтесь со своим учеником. Он часто болтается в том кабаке. Да вы, небось, знаете. Патрик! Лэнс! Патрик, как ты посмел продать мастерскую? Ты удрал, я решил, что насовсем, и продал все. И мастерскую, и инструмент. Не повезло. В общем, рад был поболтать, но мне пора. Счастливо! Вот гад! Инструменты – жизнь столяра. Он их ни за что не продаст. Наверняка припрятал где-нибудь. Так пойдем за ним. Они держали меня и ломали ему пальцы, один за другим. Мой гордый, смелый муж не дал им ни фартинга, но я боюсь, они еще вернутся. Значит, вы применяете щелок за целый час? Не слышала о таком. Нужно попробовать. Погодите. Может, это ненадолго. Они уверены, что... Стойте тут. Одни нонконформисты сидят. Путник! Мы все просто... Сели с ней! Ты найдешь теплый очаг, горячую еду, лучший старый ром. А твою тепло у зимы сели с ней. Разумная девушка. Открывай! Нужно решить деликатную проблему. Джек Фредерикс поможет. Конфиденциально, надежно, дешево, примет всех. Он требует, чтобы я платил сверх остального еще одну. Хотите первоклассную рапиру? Сабля рубит слабее? Обращайтесь к оружейникам, братьям Морфи. Как стемнеет, загружу все это в фургон. Месяца не пройдет, заживу припеваючи в Нью-Йорке. Ну, все-таки хоть что-то. Спасибо. Не верится, что он продал мастерскую. Увидимся дома. Делу.
Капитан хочет поймать этого дезертира. Как его там? Большой Тед или как-то так? Большой Дэйв. Говорят, целый отряд положил, убегая. Ну, ему скоро не поздоровится. Опять ты!